не менее 600 бутылок с этикеткой «Водка особая Хортица» со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра каждая, не менее 2620 бутылок с этикеткой «Водка Белая Береза» со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра каждая, не менее 2320 бутылок с этикеткой «Водка Царская Охота Золотая». Список видов продукции занял почти целый лист. Житель Кировской области хранил бутылки и полимерные емкости со спиртосодержащей жидкостью у себя в гараже. По материалам следствия, в начале мая 41-летний мужчина приехал в набережные Челны, чтобы продать весь объем нелегального алкоголя за 750 тысяч рублей. Согласно заключению экспертов, спиртосодержащая жидкость, которую сбыл подсудимый, в соответствии с заключением экспертов, не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья человека. Это представляет особую опасность, поскольку при употреблении ядовитых вин, коньяков, виски могли пострадать сотни человек. Гособвинитель просил 1 год 2 месяца ограничения свободы. Адвокат настаивал. Его подзащитный пошел на преступление от безысходности. Мужчина страдает хроническими заболеваниями, на работу его не берут. Мне кажется, прокурор по такого рода делу преступления, насколько я помню, небольшой тяжести, мне кажется, все много просит. Суд выслушал все доводы и вынес приговор. Год ограничения свободы. Кировчанину запрещено покидать пределы своего места жительства без согласования со специальными органами. Зачем я так же нахожусь? Наш суд самый справедливый. Приговор устроил и сторону обвинения. Татьяна Каранаева, Алексей Штунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».